Неблагоприятно гневаться, мужчине неблагоприятно гнусить. Женщине благоприятно обижаться, мужчине благоприятно гневаться. Понятно? Но бывает так, что женщина гневается, а мужчина: «Муля, не нервируй меня!» Помните фильм, какой Муля ходит? Вот. Но это перевернутая немножко ситуация. Это нормально. Это все исправляется, меняется. Поняли, да, что такое тяжелая карма? Это когда, и в этом нет никаких, нет несовместимости здесь. Если говорить: у меня несовместимость, у меня муж какой-то недоделанный, то значит, ты тоже недоделанная. Потому что не бывает у доделанной женщины недоделанный муж, такого не бывает. Всегда, когда женщина недоделанная, мужчина недоделанный. Два сапога пара. В умные достаются в умные, моя досталась тебе. Понятная система? Нормально. Нет проблем здесь никаких. Но есть другая степень проблемы, другая степень сложности. Сейчас я вам объясню более сложную карму. Женщина холодное сердце имеет. Она не может любить. Она не может влюбиться. Холод сердца. Не может познакомиться. Это более тяжелая степень судьбы. В этом случае нужно включать больше молитв, больше молиться. Целые молитвенные дни делать. И постепенно сердце оттаивает, оно теплее становится. Это не то, что у меня такая конституция, я никогда не влюблюсь. Нет, это просто камень судьбы. Его надо растопить. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Понимаете? То есть надо сначала свой кусочек льда растопить в своем сердце. Понятная система, да? Никто не встречается, никто не находится. Есть два варианта. Или жестоко бросила, холодок, лед в сердце появился. Или просто с прошлой жизни уже остался. Ты родилась уже такой. И не можешь никого встретить. Никого не любила. Никого не любила. Ну ничего страшного, надо молиться, полюбишь. Все нормально будет. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что вот эта степень сложности, она преодолимая. Но нужно совершать усилия. Следующая степень сложности. Женщина просто чувствует, что никогда не выйдет замуж. И, в общем-то, и не хочется. Это значит, что она должна заниматься духовной практикой. И здесь есть два варианта. Или она остается в семье родителей, или она уходит в монастырь. И для нее это не является проклятием. Ей нравится такое решение вопроса. Я встречал таких женщин. Есть скупцы из таких женщин, которые не могут выйти замуж, скупые. Они постоянно живут для себя, и счастья не будет. А есть такие женщины, не скупые, которые уходят в монастырь и живут для всего общества, матерью всех становятся, как мать Тереза. Она же не женатая была, да, монахиня, но она была абсолютно бесконечно счастливым человеком. Понимаете, не только счастье бывает в семейной жизни, счастье бывает еще просто в жизни. И женщина может свои женские качества реализовать не обязательно в личных отношениях с мужем. Личные отношения бывают также с духовными соратниками, понимаете? Личные отношения всегда у человека возникают, когда есть духовная жизнь. Смотрите, есть три слоя общества. Есть невежественный слой общества, в котором вообще нет личных отношений. Там просто люди находятся на понтах, то есть они ненавидят друг друга, но делают братанский вид. Они братаются просто внешне, понимаете? На самом деле они ненавидят всех вокруг. И готовы прирезать даже своего дружка. Динка, как картинка, с фраером гребет. И пиро за это получи. Видите, да, любовь какая? Да? Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Да? Вот это вся любовь у нее, все, что есть в сердце. У людей невежества нет любви в сердце. Они просто, у них есть какие-то правила жизни, свои там законы, но любви нет. Дальше, следующий уровень. Люди в страсти. Есть любовь? Есть любовь у людей в страсти? Люди в страсти кто такие? Это люди, которые живут светской жизнью обычной. Они живут для материального достатка, их цели – семья, работа, дом, машина, огород, престиж, бизнес, власть и так далее. У этих людей, у светского уровня, второго уровня, страстных, есть любовь?
Есть любовь? Нет любви у таких людей. Вы ошибаетесь. Нет любви. Почему? Потому что они находятся на платформе скрытого эгоизма. Они делают вид, что у них все хорошо. Они рисуются друг перед другом. Они как бы хотят, чтобы все хорошо было. Они строят отношения вот такие вот близкие, якобы. Вот, и постоянно живут для себя только на самом деле. Но делают вид, что для других. Такие люди занимаются самообманом. У них по факту нет желания служить близкому человеку. Они постоянно беспокоятся, как он ко мне относится, а не как я к нему отношусь. И поэтому в основном у таких людей семьи закономерно разваливаются. Так как у нас сейчас на нашей земле в основном люди страсти живут, 80% разводов у нас по статистике на нашей необъятной России. То есть 80% браков осознанных распадаются неминуемо. Причина – неправильная жизнь. Теперь люди в благости. Благости – это религиозные люди. Это люди, которые цель жизни – не достаток материальный, а внутренняя жизнь, внутренние отношения. Вот такие люди начинают потихоньку со скрипом осознавать что сначала, что у них в сердце нет любви. Это хорошее открытие для них сначала появляется. Что у них нет любви. Потому что некоторые за любовь, влюбленность, привязанность просто воспринимают как за любовь. А у нас с ним хорошие чувства. Но это еще не любовь. Любовь означает, как я говорил, способность принимать близкого человека – раз, способность уважать его – два, способность верить в него – три. Если ты презираешь чуть-чуть близкого человека, даже первой стадии принятия ты не достигла. Нет никакой любви, придет время, все развалится. Это очень неустойчивая позиция. Но смотрите, даже если женщина в благости находится, и у нее нет семьи, и по судьбе не положено, она, если находится в религиозной среде, она имеет большую семью. Потому что люди в духовном окружении, они испытывают очень близкие, теплые отношения друг к другу. Вы даже представить себе не можете, насколько близкие и теплые. Вот у меня, допустим, коллектив 50 человек. Все занимаются духовной практикой, все в молитве. У нас как большая семья, понимаете? Я сегодня утром приехал, голодный, чуть-чуть задержался обед. И Игорь, вот мой помощник, врач, он бегал такой. Олег Иванович голодный? Так, он тоже такой же голодный. Надо быстрее все приготовить, так все быстрее. Он очень беспокоился за меня. Он как мне, как сын. Понимаете, то есть у нас очень близкие с ним отношения. Я не имею сына, но у меня есть много вот таких сыновей, как он. У нас близкие отношения очень сильные. Поэтому у меня нет чувства недостатка сына в жизни. Понимаете, о чем я говорю? Что в благостной среде женщина не пропадает в печали одиночества. Почему она пропадает в печали одиночества? Потому что она неправильно живет. Человек должен возвыситься до религиозных отношений. Он должен найти себе веру. Какую веру найти? Вашу веру. Вашу веру. Я спрашиваю, какую веру? Вашу веру. Надо ничего менять. Найдите свою веру. Если нет никакой веры, изучайте. Много всяких есть направлений. И там в этой среде теплые отношения, очень теплые. Там близкие люди. Но туда перешагнуть очень трудно, потому что надо всю жизнь поменять. И друзья, возможно, поменяются. Потому что эти друзья, они как с вами дружат? Ну, типа вот так вот. Вы вместе, да? Но и не вместе одновременно. Вот в чем проблема. А духовно развитые люди, они друг другу помогают в трудную минуту. Не оставляют никого одного. Итак, видите, есть три степени тяжести судьбы. Бывает легкая степень тяжести. Люди просто не могут расписаться вместе, живут гражданским браком. Надо приложить какие-то небольшие усилия, помолиться, жизнь поменять чуть-чуть, перейти в благостную среду, в ней уже стыдно нерасписанным ходить. В религиозной среде стыдно быть нерасписанным. Люди говорят, ты что, лучше нерасписанным? С ума сошли, что ли? И не раз будут расписывать. Надо стало просто. А у нас, кстати, не так душно, да, сегодня? Нормально так. Молодцы, хорошо организовали все. Воздуха хватает.
Дальше движемся. Средняя степень тяжести, когда мы меняемся чуть-чуть полами, чуть-чуть вот так вот. Я чуть-чуть мужчинка, он чуть-чуть женщинка. Вот. И постепенно меняемся в результате. Почему эта смена? Это не означает конституция. Типа я на всю жизнь такой останусь. Нет. Это греховность. Когда женщина греховная, у нее сердце холодеет, и она грубеет. Мужчина греховный, у него сердце становится слишком теплым, он мягкохарактерным становится. Понимаете, да, систему? И это нормально. Это означает, что мы молимся, и все меняется назад. Когда человек очищает свое сознание, женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. Проблем никаких не будет. Третья степень тяжести, это несколько вариантов есть. Первый вариант, не могу выйти замуж. Второй вариант. Посложнее. Наверное, четвертая степень тяжести уже. Это когда женщина просто даже не хочет замуж. Или еще хуже, если у нее сильное чувство к своему полу. Не к противоположному, а к своему. Это уже очень запущенный случай судьбы. Это болезнь судьбы. То есть такие люди думают, ну что мне делать, Олег Геннадьевич? Мучиться или все-таки жить нормально с тем, с кем могу? Выход такой, не мучиться и не жить с тем могу. На время отречься и молиться, очистить свое существование и создать нормальную семью. Потому что когда человек в молитве живет, он восстанавливает свой пол. Потому что смотрите, механизм, какое разрушение пола, сейчас объясню. Очень плохая карма, когда у женщины, то наступает такой момент, идет два направления развития женщины. Один вариант женщины с плохой кармой, они настолько грубеют, что с мужчинами им неинтересно сексом заниматься, им хочется с нежным существом, с женщиной. То есть они настолько грубеют в сердце, что им хочется с женщиной сексом заниматься. Второй вариант женщин с плохой кармой. Они настолько чувствительными становятся, что они не могут уже с мужчиной строить отношения. Мужчины очень грубые, им кажется. И они строят свои отношения с женщиной в результате. У мужчин два варианта. Первый вариант. Мужчина становится настолько жестоким, холодным, что ему хочется сексом заниматься с мужчиной, потому что секс для него — это победа над человеком. Это не любовь, это победа, понимаете? А лучше мужчину лучше побеждать даже, чем женщину. Поэтому он побеждает мужчин в своем сексе. Понимаете, занимается однополым сексом. Второй вариант мужчин, они очень сильно становятся женственными, и они хотят с мужчиной уже сексом заниматься, потому что они испытывают женские эмоции. Это признак тяжелой кармы, это все лечится с помощью работы над собой. У меня есть один знакомый парень, который за 5 лет вышел из этого состояния и создал нормальную семью. Понятно, да? То есть тяжело, но возможно. Там, где больше бездуховности в обществе, больше появляется таких людей. И они создают свою философию, что все типа такие. И начинают в истории искать таких людей. У них целая историческая там библиотека, кто был гомосексуалистом, кто лесбиянкой там и так далее. И типа весь мир именно так должен жить, все. И такие люди уже в некоторых странах, они создали свои законы. Так в Швеции, допустим, есть несколько школ, там уже принят закон, что детей в школах надо считать не мальчиками и девочками, а дружками. И девочки могут ходить в брючках, а мальчики могут ходить в юбочках, как хотят. И они вообще, когда кто-то говорит, ты же девочка, почему ты ходишь в шортиках? Это является оскорбительным очень. И такого ребенка наказывают или вообще выгоняют из этой школы. И все книжки на эту тему вот там написано, они читают, когда книжки букварь. Там букварь вот как раз о том, что девочки могут быть мальчиками, мальчики могут быть девочками, это и есть настоящая свобода и любовь. Понятно, да? Это уже бред сивой кобылы. К чему это может привести? К чему это приводит? Это ступени деградации человечества просто. Деградации. Потому что люди думают, что прогресс означает, что у нас увеличивается количество дистанционно управляющих стиральных машин на душу населения и всяких других механических предметов. Культура не означает, что у нас много
достатка. Культура означает отношения в семье. Веды говорят, если вы хотите понять степень счастья людей, это не веды только говорят, у меня, я кандидат медицинских наук по общественному здоровью. Это наука, которая рассказывает о том, она объясняет, что такое счастье. Она говорит о степени человеческого счастья. Понимаете? Она говорит о уровнях жизни человека. Понимаете? Она говорит вот о таких вещах. И даже в общественном здоровье считается, что как бы количество счастья в человеческой жизни определяется степенью сохранности семьи, отношением в семье. То есть вот эта ячейка общества указывает на количество счастья в обществе, а не количество достатка там и стиральных машин на душу населения. Понимаете, да? Количество разводов на душу и браков хороших определяет количество счастья в обществе. Поэтому цивилизованный человек не означает, что он весь на понтах ходит, там, в швейцарских часах. Цивилизованный человек — это тот, который способен семью сохранить. Настоящая культура и цивилизация означает нравственная культура, а не экономическая культура. Пытайтесь это понять. Потому что человек даже в шалаше может с любимым человеком жить. Ему все хорошо. Да? Увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станьте вы моей женой. Итак, трудности также бывают следующего плана. Когда человек не дозрел как мужчина, но он уже хочет секса и хочет жениться, то он находит себе женщину, которая сильнее психически, она с достатком работает и старше его по возрасту. То в таких семьях обязательно будет кризис. Какого плана? Мужчина постепенно дозревает. Если женщина не станет более женственной, чем раньше, то в результате он ее бросает неминуемо. Почему? Потому что ему уже нужна жена, а не мамочка. Понятно, да? А если наоборот, мужчина слишком сильно старше женщины? Если наоборот, женщина старше и бросает мужа, который младше. Такое тоже бывает. Да, она уже устает от этих отношений, нянчится за ним, ей нужен муж. И она бросает, такое тоже бывает. Но это не значит, что всегда, когда мужчина младше, а женщина старше, брак не сохраняется. Если так получилось, то ничего страшного, это нормальные отношения тоже. Женщина становится женственной, более женственной, мужчина более мужественным, все выравнивается. Где-то за 3-4-5 лет все может выровняться. Такой критический предел – это 6-7 лет разницы. После этого уже тяжело вместе жить. Лучше не выходить замуж, если уже вышли, пытаться сохранить семью. Самый лучший вариант, если мужчина старше на 4-7-8 лет. Потому что женщины развиваются быстрее. Девушки, они взрослыми становятся уже 18 лет. А мужчина хорошо, если к 30 взрослым станет, слава Богу. Потому что женщина, для женщины взрослость означает практичность мышления. Она видит мужчин уже всех одинаково. Взрослая женщина, она не ищет себе равен, ну, как того, кто равен по возрасту. Она ищет мужчину себе, который бы мог взять за нее ответственность. Что значит взять ответственность? Мужчина берет на себя карму семьи и терпит ее груз. Настоящий мужчина. Если человек не созрел как мужчина, он не может терпеть эмоции женщины, ее настроение. У них хватает сил. Он такой, что ты со мной так разговариваешь? Ну, значит, не созрел. И обычно такие мужчины не женятся. Они ждут, тянут резинку. Сексом хотят женщины заниматься? Замуж не хотят брать. Это значит, что или надо с ним расстаться, или подождать, воспитывать его, чтобы он стал мужчиной. Понятно, да? То есть мужчина – это тот, кто созрел как мужчина. Иногда, очень редко, мужчина 20 годам уже становится мужчиной. В основном 25. Тоже редко. Чаще вот 30, если не пьет. А если пьет, то может быть и к 40. Созреет когда-нибудь, если не бросит. Если бросит, вернее. А если не бросит, то созреет в другую сторону.
станет синяком. Такие будет вид грибов называют синяки. Знаете, где они растут? Под заборами. Возле пивнушек грибы такие растут. Грибочки такие. И лучше с этими грибочками не иметь дела. Хоть эти грибочки и вырастают по вине женщин. Потому что если женщина благословляет, разрешает в доме спиртному водиться, то она и грибочек человека делает этим грибочком синячком. Потом, понимаете? Все начинается с малого всегда. Так, проблема пьянства – это проблема, это болезнь разума. Мужчина, если пьет, он болен разумом. И лечение всегда только одно – это увеличение духовной энергии в квартире, а также силы, которые побеждают пьянство. Например, у меня есть один соратник, друг Жданов Владимир Георгиевич. Он очень мощный лидер по борьбе с пьянством в нашей стране. Он возглавляет движение трезвости за трезвость по России. И у него такая сила, у этого человека, что все женщины, которые включают видеолекции Жданова у себя в доме, просто для себя посмотреть. А муж пьяница, он бросает пить неизбежно. Или не дает включать, или ломает телевизор. Ну, то есть эта сила огромная. Этот человек настолько сильный, он от него такая сила исходит, что мужики просто бросают пить. Вот я уже много случаев видел. Кого муж бросил благодаря вот этим лекциям пить? Видите, сила какая-то. Вам надо лекции скачивать, они свободно скачивают лекции Жданов Владимир Георгиевич, скачивать в интернет и давать своим подружкам, слушать дома постоянно. Это медленно происходит, не за один раз поставил и бросил. Надо, чтобы постоянно крутилось. Надо ему говорить, тебе нравится вот это смотреть, вот, дефективы, а мне нравится Жданова. Вот, вот такие вот дела. Человек сам должен спасать свою судьбу. Есть много уже сидит людей, которые где-то 2 года слушают мои лекции, слушают лекции моих соратников, которые хотят спасти вот Россию, сделать ее нравственной, счастливой. И они видят результаты. Семья возрождается, жизнь возрождается, взгляды на жизнь меняются в лучшую сторону. Все становится лучше. Поднимите руку, у кого уже это произошло. Он видит, сколько. Спасибо вам, дорогие мои. Дорогие мои люди. Итак, движемся дальше. Я вкратце описываю, это такая знакомительная беседа. У меня есть целая серия лекций по семейной жизни, по 10-15. Последний раз семинар в Москве с 15 лекций по семейной жизни я читал. Там очень подробно все разбирается. Так я вкратце говорю, что когда возраст равный между мужчиной и женщиной, чего можно ждать? Или женщина старше, чем мужчина? Нужно немножко потерпеть потом в будущем, потому что, смотрите, женщина взрослеет всегда быстрее, чем мужчина. Если мужчина старше лет на 7, то лет 45 они выравниваются по восприятию мира. Но их возраст становится одинаковым. Если разница в 14 лет, допустим, 12-14 лет, то они выравниваются к 60 годам, допустим, 60, ей там 40 с чем-то, уже примерно одинаковое восприятие мира. Вот. А если женщина одинакового возраста, то где-то к 45 годам женщина становится старше, а мужчина младше по восприятию мира. И вот в это время он может бросить на тесе молодуху. Для того, чтобы этого не было, к этому времени семья должна уже духовной практикой заниматься. В ней уже должна быть совесть. Если в семье нет совести, то не на что рассчитывать. Потому что молодые девушки все равно сильнее взрослых по возможности соблазнять. Поэтому седина в голову без ребро, говорят. Мужчины, вторая волна начинается в это время. Да? Ну, то есть вторая волна означает, что ему крутят мозги девушки, ему хочется еще сексом позаниматься.
еще понаслаждаться молодостью женской. А девушкам же все равно, старый или молодой. Да? Главное, чтобы хороший человек был. Два кирпича, да, лежат на крыше. И один говорит, ну что, полетели? Нет. А что? Да мне вот, как бы, не важно, куда лететь, лишь бы человек был хороший. Так и женщина тоже, которая тащит мужика из семьи, лишь бы человек был хороший, да? Кирпичом в башке, бац, и все, и понесла. Потом сама же от этого и мучается. На чужих костях счастье не построить, все запишите. На чужих костях счастье не построишь, разрушив чужую семью. А некоторые говорят, а у них и так отношений не было. Не было отношений, Олег Геннадьевич, вот мы это с ним сошлись, потому что плохо, как бы мы помогли им, вот помогли им расстаться, потому что не было отношений. Это как в анекдоте, да? Мужик лежит на операционном столе, раз прирезали, а что прирезали? Все равно мучился. Ну что, не мучился человек, да? Человека несут, везут ногами вперед, да? Он говорит, а что, я же еще живой, а мы тебя еще не довезли. Да, так и здесь тоже. Ну, помогла просто им. Плохо им было, а нам лучше теперь вместе. Это иллюзия. Смотрите, система, как происходит наказание. Бог не Микишка, наказывает сложнее, чем мы думаем. Смотрите, женщина... Для женщины семья важнее, чем мужчина. Для мужчины. Почему? Потому что это основная жизнь для мужчины. А для женщины, для мужчины семья – это отдых. Женщина где отдыхает? Дома? Дома отдыхает женщина? Вы отдыхаете дома? На работе. На работе. Домой приходит, что она делает? Работает. Работает. А мужчина где отдыхает? Дома. В бане. Дома он отдыхает, мужчина. Приходит домой, раз его расслабило. Рубануло, раз на диван. Все. То есть мужчина, для мужчины дом, семья это отдых. А для женщины труд. Это ее жизнь. Поэтому женщине труднее выйти замуж. И женщине Бог дал также желание жить в семье любой ценой. Дал эту силу верности женщине. Это женская сила. Если женщина замуж вышла и с самого начала думает, я бы могла найти себе и получше. Все, значит будет гулять. Печать на луковом поставил. Потому что от настроения женского на тонком плане измена происходит. Если она его держит возле себя верностью, значит у нее шансов нет. Если не держит, она или боится и унижается перед ним, боится, он такой богатенький, блин, а вдруг бросит. Пусть лучше гуляй. Боится. Жадность фрая разгубила. Значит, он будет наглеть. Если она просто, я бы себе получше могла найти. Мужчина к чему приковывается? Почему мужчина с женщиной живет вместе? Потому что он видит в ее глазах вот эту верность. Когда он видит верность в ее глазах, то он примагничен ей. Он не может оторваться все. Это огромная сила. Это сила влияния на мужчину, самая большая. Мужчину только покупает только верность женщине. Больше ничего. Не красота, а там, какая монобанальная, там худенькая, ноги хоть за 2 километра. Имеет значение. Если она верная, то тогда он не может ничего с собой сделать. Она покупает его полностью, эту верность женщины. Силой верности покупает мужчину. Он становится безоружным. Он видит молодых девушек. Хочется тоже всегда. Всем мужчинам хочется наслаждаться девушками. Природа такая. Молодыми. Но он вспоминает свою жену верную. И думает, нет, я выбираю жену. Он всегда выбирает. Он выбирает жену. Жена сильнее.
Потому что сила верности сильнее силы красоты женской. И даже если он познакомился с какой-то девушкой, все равно он увидит, когда жену его сразу и отрезвило. Потому что она очень верная. У нее сила верности есть. Это означает, она никогда не сомневалась в том, что мы должны быть вместе навсегда. Навсегда! Понятно, да, система? Теперь, почему женщина изменяет? Ну, потому что вот я дал обещание, что-то не выполнил, потом опять дал, что-то опять не выполнил. Работу не могу устроиться, не могу себе нормальную работу найти, везде что-то меня не устраивает. Вот. Мы с друзьями пьем пиво, запиваем гостя. Понимаете? Ну такой я, такой вот. Нормальный мужик. Понимаете? Тяжело очень сказать слово и выполнить его. Очень тяжело. Ну, сказал, немножко нарушил слово, ничего страшного. Понятно, да? То есть, когда мужчина ни рыба, ни мясо, нет устойчивости, то женщина терпит, 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 терпит. И увидела на работе с устойчивостью. Она когда такого видит, вот у нее вот такой вот слизняк, и она когда видит такого нормального мужика, у нее... Она ее просто остолбенеет от этого. Бери, неси и ложи. Все. Некоторые так и делают. Но он говорит, я не виноват, он меня отнес. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что бросила тебя жена, ну подумай, что ты за мужик. То есть, бывает, бросают у нормальных людей, означает дура. Вот женщины очень легкомысленные, бросают хороших мужчин. Потому что хорошие мужчины, они немножко ведут себя, может, не так, как вот такие. Бывают же такие самцы, да? Мне вот такого надо. Ну хорошо, бери, иди, беги за ним. Обезьяньей жизни с ним поживешь, то он тебя тоже бросит. То есть, смотрите, система такая, что если близкий человек бросает, значит, есть причина всегда. Надо ее найти и исправлять. Вот и все. Теперь, если у вас половые расстройства серьезные, вас за этого бросают, не беспокойтесь ни о чем. Если у вас половые расстройства, значит, у вас много духовной силы, много духовной энергии. Семьи бывают духовно развитые или материально развитые. Бывают, люди сексом держатся, бывают духовными связями. Вот некоторые считают, что нет половой силы, значит, никогда ты не сможешь быть счастливым в семье. Это бред полный. Людей держит не секс, как некоторые думают. Людей держит любовь. Секс это помогает иногда, иногда не помогает. Необязательная вещь в семейной жизни. Я революционную вещь сказал, да? Телевидение, сейчас радио, интернет, все говорит о другом. Но я вам сказал правду. Потому что секс это просто развлечение в семье. А жизнь – это другое. Это отношение сердец, понимаете? Никогда близкие люди не променяют вот этот секс на близким отношении, не променяют на секс вот этот вот какой-то там призрачный. Поэтому ничем не беспокойтесь. Даже если у вас нет трудностей какие-то в сексе, ничего страшного, это нормально, это не проблема. Такие вещи, кстати, можно лечить так же, это может быть просто болезнь. То же самое, как бесплодие. Бесплодие – это всегда болезнь. Если органы все на месте, зачинать не получается, не надо, как дураки, там, пробовать по 5 лет. 3 года не получилось, значит, есть бесплодие, надо лечиться. Как лечиться? Простые способы рассказывают. Первый простой способ. Надо понять, что женщина может вынашивать и зачинать ребенка только когда она близка к природе. Поэтому надо больше гулять на свежем воздухе женщине, больше солнца, больше воды, больше земли. По факту две энергии, земли и воды,
улучшает гормональные функции женщины. Поэтому в древней культуре даже были такие методы, что в речной песок женщину зарывали на несколько часов. Там, где вода и земля соединяются, речной песок влажный, ее зарывали, и она на солнышке там сидела. Какое тебе белое солнце пустыни? Саид, почему седло мокрое? Стреляли. Вот. Ну, то есть, и помогает, правда? Вот гуляем по берегу реки. Просто контакт энергии воды и земли. Сразу гормональные функции улучшаются. Дальше. Пост на сырых овощах улучшает, может бесплодие вылечить. Следующее, воздержание какое-то время. Некоторые истощаются просто излишним сексом, истощаются, и зачатие невозможно уже. Дальше, не используйте гормональные зачаточные, противозачаточные. Это бред, безумие просто это делать. Вы точно разрушите себе, сделаете себя бесплодным. Гормональные противозачаточные – это яд для зачатия детей. Дальше, не надо курить. Женщинам. Курение 100% разрушает возможность зачинать детей. Или делает их уродами. Это неизвестная информация, потому что есть табачные компании, которые тщательно скрывают эти факты. Но все нормальные врачи знают, что женщина курит, она или будет бесплодной, или родит какого-нибудь человека, ребеночка, с которым будет мучиться всю жизнь. Понятно, да, система? Дальше, бесплодие. Если какие-то что-то растет в матке, там, во внутренних органах, что-то расти начало, там, полипы всякие, там, миомы, не надо сразу вырезать. Вот у нас есть лечение корой ветками деревьев, оно у многих рассосало миомы, там, рассасывает, миомы небольшие особенно. А эндометриоз так у многих рассасывает. Полипы у многих рассасывает. Ну, а? Ну, это у нас под Краснодаром есть лечение. Но не только у нас, можно травами это вылечить. Пробуйте сначала народными средствами вылечить. А потом уже, как бы, смотрите, если нет возможности, то такая обычная медицина тоже хорошо. Все хорошо для сохранения здоровья. Вот, ЭКО – это самый крайний случай, когда уже все давно-давно попробовали, понимаете? То есть берут шприцом яйцеклетку и пытаются в матку ее посадить, и там сперматозоиды искусственно, оплодотворение происходит очень редко. Это все просто басни, что очень часто, очень редко. Я знаю людей, которые этим занимаются. В основном это не получается, потому что если женщина не может сама зачать, есть причины. Не обязательно, что яйцеклетка не оплодотворилась, может в матке неправильная там среда, или сперматозоиды слабые. У мужчин, чтобы зачатие произошло, им попроще, надо спортом заняться, начать там физические упражнения, штанга там, дальше. Нужно перестать есть острое на ночь, разрушает сперматозоиды, острая пища, или вообще острое стараться поменьше есть. Надо пить золотой корень, женьшень, два вот этих вот напитка улучшают силу половую мужчин. Надо поменьше кобелиться. Поменьше вообще сексом заниматься, ограничивать это. Потому что мужчина теряет семя, сила семени сокращает, слабеет. Вот. Больше свежего воздуха, закаливание, очищение организма. Можно голоданием заниматься, голодание тоже. Но самое главное, надо знать, что выполнение своих обязанностей, увеличение ответственности у мужчины, психики, увеличивает силу сперматозоидов. Ответственный мужчина, значит, плодоспособный мужчина. Безответственный, значит, иногда тоже плодоспособный. Но бывает и наоборот. Сколько времени у нас? 9. А у нас до 9 лекций. До 10. До 10. В 7 начало, да? Правильно. Мы просто начали раньше. А? Начали намного раньше. Да? Ага. А то есть мы в 6 начали, да? Да. А? Да, начали в 6. А по идее должны быть в 7.
Ну, нормально, нормально, отлично. Еще час у нас, да? Все же довольны, правильно? Спасибо. Давайте двинемся дальше. Я очень вам благодарен. Я сегодня буду засыпать и вспоминать ваши глаза. Я вас всех люблю, уважаю. Спасибо вам, что вы на лекции здесь. И я очень вам признателен за вашу любовь и теплоту. Я хочу еще немного поговорить об одной важной теме. Это обязанности мужчины и женщины. В современном обществе считают, больше говорят о, не об обязанностях, а о правах. Говорить о правах бессмысленно, потому что любовь сама поддерживает права. Допустим, женщина говорит, дайте мне право на нежные отношения. Ты люби близкого человека, у тебя будут нежные отношения. Это право приходит в результате правильной жизни. Не надо скандировать. Женщинам даешь уважение, там, нежные отношения, даешь семью женщине. Не надо, то есть женщина ведет себя правильно, семья получается. Неправильно живет, не будет семьи. Значит, смотрите, очень важно знать обязанности женщины, обязанности мужчины, потому что в основном люди не понимают этого. У нас есть внутри система определенная. Женщине хочется того, чего она сама должна делать, мужчине хочется того, чего он сам должен делать. Внимательно слушайте меня. Женщине хочется, чтобы мужчина был нежным. Что это значит? Это значит, что она должна быть деликатной в отношениях с ним. Она не должна его оскорблять. Ну, то есть, ты такой-сякой, ты у меня там не такой. Женщина очень много видит недостатков в мужчине. Когда она это все выказывает, мужчина стервенеет, он перестает быть нежным. Потому что нежность женщины... И нежность женщины, нежность мужчины и деликатность женщины – это одно и то же. Когда женщина деликатна в отношениях с мужем, мужчина становится нежным в отношениях с ним. Женщине хочется указывать на недостатки, мужчине хочется быть грубым. Это одно и то же. Понятная система? Если вы не хотите, чтобы мужчина злился, не обижайтесь. Надо учиться прощать. Женщина прощает. Мужчина не злится. Но униженность и прощение – это разные вещи. Когда женщина прощает, она имеет чувство собственного достоинства. Как выглядит женщина, которая прощает? Она не подавленная. Прощает не означает не подавленная. Она статная, вот как вы, достатная такая, крепкая такая. Ну, она, женщина, которая прощает, она не зачуханная. Некоторым я ему все время прощаю, прощал, а он меня бросил. Ты не прощала, ты унижалась. Прощала означает простила, но не потеряла себя. Это с помощью святости возможно. Молишься святому человеку, появляется сила, чистота в сердце, радость. Раз, простила. Но когда женщина простила, он унизил, допустим. Он раз, поел, швырнул там, не досолила и пошел. Надо простить. Простила. Но очень по-доброму держимся на расстоянии. Что значит на расстоянии? Близкие отношения уменьшаются. Есть два понятия. Близкие отношения, второе понятие – чувство долга. Никогда не надо уменьшать выполнение своих обязанностей в семье. То есть надо с любовью готовить, стирать, убирать. Если мужчина наклеит, близкие отношения, до свидания. Но при этом не надо на это указывать. Надо всегда возбуждать разум близкого человека. Допустим, он говорит, мы сегодня с тобой ляжем вместе? Или, допустим, у нас сегодня будет что-нибудь вечером? Нет, ничего не будет. А почему? Ну, не знаю. Сложно сказать, почему. Пускай соображает сам. Если мужчина догадливает, то дня через три догадается, что что-то не то. И начнет устанавливать отношения, извиняться, пытаться выяснить ситуацию. Если не догадливает, то через две недели. Разницы нет, надо все равно держать дистанцию. Понимаете, если женщина не умеет держать дистанцию, она всегда вот такая, вот что хочешь со мной, то и делай. Это значит, что она теряет семью просто. Если женщина не может
чувство собственного достоинства, вести себя с мужчиной, она теряет семью. Чувство собственного достоинства не означает капризничать, это означает следить за чистотой отношений. Если мужчина, допустим, ведет себя грубо, надо чуть-чуть дистанцироваться, не близкие отношения с ними строить. Три стадии отношения мужчины к этой ситуации. Первая стадия – грубость еще больше. Че там не разговариваешь? Не реагировать. Не злиться, не ругаться, не обижаться. Обиделась, раскаиваться, просить прощения. И опять продолжать дистанцию. Это для чего нужно? Не для того, чтобы отомстить, как некоторые делают, а для того, чтобы он понял, что так не надо. Это воспитание. Любовь состоит из двух вещей. Одна вещь воспитание, одна вещь вложение сил в человека, другая воспитание. Это две важные вещи семьи. Нет воспитания, человек наглеет. Нет служения, человек разочаровывается. Понимаете, да? Это две проявления любви, воспитание и служение. Есть женщины очень грубые и подавляют мужчину, и мужчина становится... Вот. Есть женщины очень, наоборот, слабовольные, они делают его наглым мужчину или холодным. Это результат неправильного поведения. Обязанностью женщины является вести себя правильно, сохранять чувство собственного достоинства, формируется в результате отношений со святостью. Человек как цветок раскрывается. У женщины есть чувство собственного достоинства, и у мужчины есть. Оно разное, но оно и то, и другое помогает отношениям семейным. Женщина должна знать себе цену, и мужчина должен знать себе цену. И то, и другое хорошо, а не плохо. Допустим, первая стадия, мужчина сначала злится, да, а чуть-чуть вот близкие отношения чуть-чуть отдалило. Вторая стадия, подлизывается, не реагирует. Третья стадия проявляется в виде открытия сердца. Сейчас объясню, как это происходит. Что с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват?